Единовременные выплаты в 100 тысяч рублей перечисляют на счета мобилизованных граждан Камчатки. Региональная выплата предусмотрена также для тех, кто заключил контракты для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Многим из мобилизованных граждан средства уже поступили на банковские карты, отметили в правительстве региона. На сегодня у нас перечисления начались средств. Это те 100 тысяч рублей, которые от правительства региона в беззаявительном порядке поступают на счета лиц, которые в рамках частичной мобилизации поступили в состав вооруженных сил Российской Федерации. Средства получат, безусловно, все военнослужащие, которые убывают в зону специальной военной операции. Мы эту работу продолжаем, работу по спискам и, конечно, в ближайшие сроки мы эту работу на 100% закроем. Напомним, по поручению Владимира Солодова в регионе начал работу Центр поддержки военнослужащих. Обратиться в него можно по телефонам, которые указаны на ваших экранах.